Здравствуйте, подпишитесь на канал, ставьте лайк. Так, у нас в айфоне есть утилити и диктофон. Вот здесь у вас будет сначала, да, ознакомление, что и как, и все записи я до этого вот запись делал, да, стихи, да, это по улицам, ну, можно редактировать нажатием сюда, мы можем уже записывать видео. Да. Так, нажатием сюда мы можем подробно там останавливать, продолжить и так далее. Это пауза. Вот. Возобновить. Нажимаю готово. Так, нажатием сюда мы можем переименовать. Ну, это улица, где я снимаю. Так, пусть это будет. Угу. Нажатием сюда я могу сделать быстрым, медленным, могу пропускать тишину, улучшать качество. Нажимаю готов. Здесь я могу обрезать. Вот. Тут. Вот еще могу обрезать. Все. Обрезать. Так, еще нажатием могу удалить. Нажимаю применить. Все, готово. Могу сохранить как новую запись, либо оригинал. Все. Я могу здесь удалить. Угу. Прослушать. Править я могу. Выбрать и удалить. Вот. Нажимаю удалить. Все. Нажимаю нажать, здесь недавно удаленно. Здесь папка. Нажатием. Мы можем свайп. Удалить. Здесь могу создать папку. Нажимаю сохранить. Все. Так, дальше. Так, вот и все. В принципе, ничего. Вот. Так. Могу редактировать. Это все я вам говорил. Все. Вы можете, кстати, скажите Siri, да. Запись вы можете через Siri записывать. Угу. Так, нажатием на три точки мы можем поделиться, отправить на WhatsApp и так далее. Да, скопировать. Угу. 248 килобит. Так, нажатием три точки еще я могу править запись. Параметры это вы знаете, да, пропускать тишину и так далее. Править избранное это. Его избранное. Дублировать могу. Переместить в папку, да, например, аудио. Все, нажатием я могу быстро найти. Избранное вот. Недавно удаленное вот. Я могу сразу удалить вот свайп. Удалить. Навсегда. Нажатием сюда я могу восстановить. Всё. Ставьте лайк, подпишитесь.